Работы идут на южном склоне горы Аибга в районе отрогов каменного столба, каньонов рек Глубокая и Псоу. Перепад высот от 700 до 1600 метров. Рассматриваем все балки, скалы, где возможно нахождение человека, где он мог вылезти и искать, как говорится, помощи, убежища или позвонить, пытаться. Никаких следов пропавшего мужчины пока не обнаружено. Накануне прибыли новые группы спасателей МЧС и Кубань-Спас. Поиск продолжается.